Oh, wait. Let me put the title logo up real quick. Let it die. Доброго времени суток, народ. С вами, как обычно, Джесс. И я думал, что мы будем в тупиковой локации, но на самом деле нет, поэтому... Давайте попробуем, посмотрим, что у нас, как там. Куда там? Ты... О, хейтер, прям сходу. Ты зачем лягушку его таргете? А он нас не видит. Не видит и не слышит. Блин, классно. Чё ты там сказал, кусок? Ты. О, сильный удар есть, нифига. Это интересно. О, видели, он 26 уровня. Значит, все-таки можно как-то где-то найти. Типа, ну, грейд другой тела. Я бы хотел другой грейд тела. Ну это не может быть вся локация. О, понятно. Понятно. Ладно, хорошо. Скоро вернемся. Так, продолжаем. Я тут, короче, вернулся в Вадоке и побегал, нашел лифт, эскалатор. Вот туда куда-то, и там действительно, как видите, торговец будет сейчас. Это хорошо. Я очень надеюсь, что это будет что-нибудь полезное. Ну, да, я вот тут немножко подрался. Еще подрался. Короче, много подрался, на самом деле. Очень много было мобов, но нормально я подрался. Решил все это не писать, потому что, ну, как бы, смысла особо нет, очевидно. Все и так понятно. Господи. Более отвратительно нельзя было это съесть? Кейтлин, ну, камон, ты же девочка. Мертвая. С отверстиями под электроды. Ну ладно. Let it die? Лол. Давай. Теперь я. О, нет. Мой спешл мув. Ладно, я тебя так убью, в смысле. Не очень не очень похоже на честную битву, да? Ну, чувак такой закрылся, типа того, не-не-не-не-не, без меня. Все это дерьмо без меня. Ну, ладно, понятно, тут, короче, особо тоже в итоге нечего делать. Это чертеж. А он мне нужен? Маска Доктор Дрилл. Ух ты, как... Стоп. У меня 46 из 60 тысяч, да? Отвали-ка. Блин, опять я эту кнопку нажимаю. Это не та кнопка, которую я хочу посмотреть. Угу. То есть, если я где-то найду еще 4 тысячи, я смогу приобрести какой-нибудь крутой деколь. Редкий. Блин. Мне нравится это тело, мне, наверное, его стоит оставить. Ладненько, ребята, сейчас я где-нибудь подфармлю 4000 голды, и с вами тогда увидимся уже в нашей стартовой локации. Ну, вы поняли, о чем я. До скорого. Собственно, давайте я, пожалуй, вам покажу, как покупаются тела, коль уж что-то такое получилось. Там, в общем, обнаружилась толпа не очень довольных своей жизнью ублюдков. Так, страйкер, коллектор. Не знаю. А, вон, грейд 1 наверху написано. А как, блин, а я хочу больше. Ну, ладно, мне, наверное, надо продвигаться по башне, чтобы больше было, да? Так, тут больше ХП. И силы гораздо больше. А тут стамины больше. Блин, ну стамина-то поинтереснее будет. Давайте разнообразие ради возьмем какого-нибудь... Вот какого-нибудь такого товарища. Т.
тык-тык-тык-тык-тык побежал. Блин, это круто. Ну да ладно, я, собственно, хотел выкупить вот это тело. Kill coins salvage. Сколько это будет мне стоить? 5300! Ой-ой-ой. Ну да, 42 у меня в этом. Ладно. Давайте пойдем дальше Кейтлин, наверное. Я, правда, не очень, конечно, доволен тем, как это все закончилось. Что это было? А. Так, хорошо, я знаю, да, у меня построился банк. Там рука торчит все еще. И вот эта штука построилась. Я хочу еще прокачать их. Блин, ты криповый, не разговаривай со мной. Так, фризер нам надо. Не знаю, точно надо банк. Точно надо эту фигню. Ой, 4000 за холодильник. Да не, не надо пока, я думаю. Отстань. Так, давайте посторим все, что можем посторить. Это... Мачете оставим. Эти пистолеты, наверное, продадим. Сейчас парню отдадим еще чертежи все. Надо хп прокачать, чтобы можно было вот эти вот ботинки, ой, сапоги... Блин, господи, что? Штаны на себя надеть. Вот. Здорово. Body Armor. Special Forces West. Робер Кроссбоу? Вау. Круто. А это? Fireworks Launcher, ну, понятно. R&D. DIY Pants. Ну, короче, у нас тут нету ничего такого, что могло бы... Можно купить у него обычную трубу и обычную эту. Давайте из сумки продадим что-нибудь. Вот это вот, например, дерьмо. Пистолет оставим, он может пригодиться. Так, утюг оставим. Так, а что я могу из сториджа продать? Ничего интересного. Ладно. А как улучшить чертеж, мне очень интересно. Justice Hammer. Я совсем не уверен. Так. Блин, я даже не знаю. Левел 11. А, это умение, наверное, да? Давайте сделаем, пусть будет. А, он через минуту будет готов. Так, ну ладно, значит потом. ХПМ. Ну, я думаю, так хватит. Или по полной. Да, по... А, ну, собственно, я понял. Тут, наверное, сейчас хватит на все, да? Да. Я что думаю там, блин, что думаю? Так, ну и что ты мне теперь можешь предложить, страшная фигня? За красное. Скилл деколь есть. Сумку можно расширить на единичку. Ничего, в общем, нового. Так, это готово. Ты мне сделал мою штуку? Угу. 22 атаки. Бланшот плюс. А что это такое, интересно, фаншот вот это вот снизу? Это типа его...
Стоп, я не... это он сейчас будет улучшать его, типа, 3 раза, да? Ну, в смысле, до 3. Ёшки, что там происходит? У меня он забрал-то, да? Да, забрал новый молоток, будет его улучшать. Ну ладно, пусть улучшает. Я не против. Ой. Давайте не будем ломать всякое разное. Ладно, поехали. Нам надо встретиться с боссом, я считаю. И будем делать мы это в этом теле, просто потому что я, чертов извращенец, хочу получить люлей. Видимо, поэтому. Воу-воу-воу-воу. Эти подгрузки новых локаций, это просто какой-то... неправильный, короче, ситуаций. Не самое приветливое место, надо признать. Это давай на голову. Это давай на жопу. Как ни странно. Так, это уберем подальше. Это вот сюда. Это сюда. Это... сюда. Все, все equipped. Все equipped. Все, я готов. Иди сюда, пога... 18-й. И с кулаками, лол. Как видите, квест у меня на них, кстати, не сбросился. Это, по-моему... о, Rage Move плюс 2, отлично. Так, это отлично. Но нам надо понять... а, мы ничего не поймем. Мы не знаем, в какую сторону идти. У нас полностью переработалась эта карта. Ну и ладно. Йога Хилин, давайте возьмем с собой. О, там хейтер. Блять. Идите ж вы в жопу. Так, я отдохну. Блин, больно. Так, там, по-моему, мачете у него еще одна. Умри. Так, на мне как раз ничего сверху нет, хорошо. Так, да, мачете, плюс вторая мачете причем. Это здорово, у меня теперь две их. Выглядит вообще очень сурово, конечно. Съедим. Грибок. Потому что мне явно нужен хилинг. I need healing. Ну, прикольно. Вертя камерой, можно рассыпать в единички в воздухе. DOD Arms. Что-то интересно такое. О, блупринт. Здорово. Я тело... а, ну вы видели, я его тупо выкупил, потому что... не хотел в ту локацию за ним идти, честно. Там было очень много их. Плюс был хейтер. Вот этот вот. В смысле, я. Что, в общем, и целом давало такую себе картину. И не очень радужные перспективы, прямо скажем. Ну, еще один чертеж. Блин, это очень здорово. Чертежи, это тут прямо то, что надо. Че-че? Показалось. Какую-нибудь крыску бы... о, здорово.
Так, отдыхаем, все нормально. Нет, не нормально. Хватит мне. Что ж вы душные такие, а? Ублюдки. Нацепим на себя, когда это сломается. Так, забираем. Так, я вижу пару ништяков, но за них придется, видимо, побороться, судя по звукам. Блин, у меня очень... Персонаж хорошо владеет утюгом. Как бы странно это ни звучало. Этот персонаж, естественно. Давай пошипим друг на друга. Умри! Еще утюг в карман. Больше утюгов. Так, там еще есть, кстати, коробочка. Коробочка в коробочке. Так, что у нас по 45? Ну да. Ай-яй-яй-яй, ошибка. Ладно. Мне не очень нравится, что у меня ХП мало и что персонаж очень сильно впитывает вообще. Нет, вниз я не хочу. А, нет! Нормально. Давай. Давай сюда. Давай отсюда. Так, у меня сломался утюг. Ладно, я пока с мачете думаю. О, еще один. Вот. Нет, сюда не надо. Блин, как громко. Лезет. Мне очень интересно, вот то, как все происходит. Ну, то, что мне довольно сложно стало. Это отпечаток высокого этажа, ну, сравнительно высокого, или это все-таки персонаж такой не особо. Ой, плохо, ой, плохо. Сейчас все будет больно и отвратительно. Сейчас все будет больно и отвратительно. Прекрасно. Или плохо, я скажу. Нет. Так или иначе, эта фраза заслуживает того, чтобы быть высеченной в камне. Блин, просрал гриб лечебный. Ну как так? Мне очень нужен был этот гриб. Мне... Все плохо. На! Beautiful! Сюда иди. Ну там добивание можно было сделать, кстати. Ладно, я не думаю, что мне это нужно. Ну, кстати, а почему бы и нет? У меня с фейерверками очень неплохо, на самом деле. Я этого персонажа... Походу под огнестрел подкачиваю. Потихоньку регенится ХП. Но слишком потихоньку. Хотелось бы, чтобы это было не настолько потихоньку. Так, показалось. Нужны грибы какие-то. Те, которые у меня есть, нельзя хавать. Как туда попасть? Что-то я не врублюсь. Так что ли? Да.
Точнее, как можно, но я буду спать. А спать я не хочу. Джотан Джима. В смысле? Постоп. Постой. Это же предыдущие. А, это даже боковая. Все еще интереснее. А где босс? Ага. Вот это интересно. Ладно, побежали. Я не думал, что реген, ну, вампирик, как там, москита, так сильно вносит, такой сильный вклад делает в это. А, ну вы меня поняли. Наверное, нет. В хпшечку. Мне явно без него тяжелее, чем было с ним. Правда, персонаж не вполне себе файтер, да? Тоже надо учитывать, но... А чё тогда там за... Может быть, я зря там развернулся, и это не спуск и не подъем? Куда? Вот туда, да? Нет, хер там, вот сюда. Смотрите, я вот сюда подбежал, решил, что я отсюда пришел, правильно? Вот там, оказывается, есть еще ништячок. Ой, денежка. Как много я тут оставил. Так. Может быть, это типа сохраненка перед боссом, чтобы можно было скинуть? Нет, это в Хьякоре. Это... Хьякудоре, точнее, господи. Ладно, хорошо. The more you know. Да, ё-моё, вы перестанете тут появляться? Я что-то, блин, или я настолько уже не алё, и мне надо отдыхать. Я хочу увидеть босса, пустите меня к боссу. Хейтер валяется мёртвый. Так, справа лифты, туда мы ходили. А чё там слева? Ну, видимо, босс. Но для начала там ещё один скример. За этих улиток дают очень много экспы. Но их надо раздавить, подойти. А это плохая задача. Не для меня задача. Это больно. О, хпшечка. Счастье-то какое, мама дорогая. Берем. Причин не взять нет. А, я сегодня на скрине видел этого босса. О, жесть! Что ты такое? А-а-а-а! Блин, какая дрянь, а. Вы... Офигеть, оно еще... О! На! Куда тебе стрелять-то, блин? Ай, сука. Ах ты. Нет, я не могу.
Она еще какими-то кусками себя стреляет, ко всему прочему, если я еще это не говорил. Это капец. А, перезарядка, я понял. У нее. У меня-то понятно. Вот это. Дедушка смерть, если ты действительно считаешь джендай это сексуальным, то у тебя проблемы. А если ты так троллишь, не надо. Я не знаю, что это, но это я очень удачно заэвейдил, мне кажется. Дальше ты мне что с этой красоткой делать? Сука. А у меня есть еще? Дасбэк? Нет, походу нет. Блин, больно. Умри! Нет, 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 нет. Где она? Она наверху, что ли? Да, она наверху, лол. Так, ладно, пошли. Ой, это сейчас будет трудно. Да уйди с выстрела, с этого, с огня, с линии огня, во. На! С двух ног нахрен. О, блин, я справился с этой погонью. Как же классно. Да, 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 забрать, забрать, забрать. Фу. Ладно, это было похоже на босса, окей. А! Welcome back. So what do you think about our insurance offer now? А это было похоже на полный. See you next time. Пцу. Ладненько, ребят, я думаю, это надо воспринять как знак. И в следующий раз продолжить с этого места. Это просто было... как вообще, блять, почему вообще? Ну ладно, хорошо. Я плохо нырнул головой вниз. Ой, большое спасибо вам за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Это просто было эпичнейшее завершение сегодня. Вот, увидимся в следующих сериях. Всего хорошего. Пока.